Добрый день, любители рыбалки. Мы снова на речке. Еще не успел забросить. Только вот один спиннинг стоит. Уже какая-то поклевка непонятная. Поэтому включил камеру, думаю, а вдруг что-то будет интересное. Ну, пока непонятно. Будем сегодня ловить на такую вот кормушку. Перцы заливаю каши вовнутрь, горох. И на крючке будет тоже горох. Дальний заброс. Будем смотреть, что получится. Вот, рунда зацеп. Вроде бы удержал. Не несет. Таранечка. Серега, таранечка. Да, хорошая таранечка, прилично. Красавец. Вот так вот, а мы бросаем далеко. И говорит, близко, да сам метров, наверное, 10-11 забросил. Горох. Два крючка с горохом. Говорит, как долбанул, говорит, сам чуть спиннинг не утащило. Доброе утро. Ну что, вот и утро. Луч ночью ловили леща и карася. Попадались довольно-таки неплохие экземпляры. Это потом я вам покажу. Потому что ночью снимать было бесполезно. Все равно ничего не было видно. Ну все, выключаю, потому что садится батарея. Чтобы хватило хотя бы показать результат рыбалки. Так, ну что, давайте посмотрим, что мы там поймали. Будьте здоровы и останьтесь счастливы.